Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь, мы так, продолжаем. И без да твоей, дай сказать, теперь продолжаем играть в Skyrim, Special Edition на легенде. Как я начинаю, блин, что-то делать, они начинают балаболить, как идиоты. Так, друзья, я в Ривервуде, потому что я искал абонитовый слиток, чтобы улучшить балову молокбала, господи. Параллельно еще тут слитков себе накупил. Нету нигде абонитовых слитков, какой-то трындец вообще. Если я тут очищенных накупил для того, чтобы делать. Так, я взял свою булаву Малакбала и Красного Орла, поэтому теперь это все будет выглядеть вот так вот. Вот так вот. Будем теперь так ходить. Я подумал, какого хрена? Почему нет? Ниже 13 уровня, ниже загорается, бежит в течение 30 секунд, а булава отнимает 25 единиц запас сил, отнимает 25 единиц магии. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняется камень души. Что мне надо сделать вот так вот, чтобы я булавой лупил. Окей. Так, что мы имеем? Вилка пошел со мной, чтобы отомстить за смерть Корлока и уничтожить серебряную руку, дополнительно уничтожить серебряную руку, добыть обломок утра. Так я выделил. Где это я забыл уже? Где термитеатр? Жесть какая-то. Мы можем отправиться в Донстар. Так, отсюда мы не можем отправиться, конечно, в Донстар. Это точно. Так, ладно, секунду. Чувак, теперь молчи, что такое-то? Ну, куда едем? Ой, оперный театр, не знаю, мне что-то... Нам Донстар. Залезай в повозку и отчаливай. Друзья, погнали, может, я тут чуть нажал случайно. Да нет. Блин, поймешь, что за говно, у меня не слышно звук. Они заплатят. Давай. Славного дня. Че? До встречи. Я прямо за тобой. Ай, тогда какие-то пойдем. Глюки со звуком, хрен с ним. Отличная погода для поездки. Надеюсь, она продержится. Да, поехали уже. Так, окей. Жажда, голод, все понятно. Так. Где че? Нам сюда, мы сюда сразу поедем, да. Погнали по коням и поедем туда. Нам все равно через Донстар надо хренать, что-то не пойму. Как-то можно без Донстара обойтись, как-то, чтобы в него не заходить. Погнали, Адель. Так просто не получится, да? Ну и где этот чертов хрен? Он будет нас атаковать или нет? Пока что не вижу, он нас атаковал. Теперь надо разбираться, как мы проедем, блин. Ой. Ну понятно, по дороге вот до сюда, наверное. Куда-нибудь примерно. А дорога у нас вот сюда, да? Правильно я понимаю? Да, друзья, хреначим по дороге пока что. Да, даже не интересно, волки теперь просто убегают при виде меня. Мне даже не надо с коня слазить, блин, жесть. Как сделать, чтобы они просто стали тупыми и нападали на меня? Так вообще неинтересно. За ними гоняться реально накладно, блин. Полсерии можно. Так по-идиотски вообще. Это кто? Ты кто такой? Конялочка. Кто такой? Что за ушастый дегенерат? Это опять братья эти, стражи рассвета? Или чё? Что тут забыла сопливая деточка? Беги домой к мамочке! Лучше так со мной не говори. Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? А ну назад. Не надо переходить на кулаки. Чё за хамло? Так бы втащить ему, что ли, блин? Так ладно, я не понял, о чём мы проехали. Нет, да, ну мы почти, кстати, это... Синий маркер, значит, ставим сюда, да? Чё, пробуем дальше, друзья, фигачить. Где тут дорога, очень интересно. А вот она, ну-ка нет, надо сюда передвинуть, попробовать. Давайте проскачем. Посмотрим, чё тут. Немного поскачем, ещё мёрзнуя, блин, неохота никакой костёр разжигать, если честно, не фанат этой фигни. Так,
Это лагерь, жопа в скотче, вообще не лагерь, а какая-то, хрен пойми, застава или что-нибудь в этом духе. Как бы. Сколько время-то? 3 дня? Или что это, 3 ночи? Ну что такое? Сука, что-то тут говнюков столько, блин. Я же почти до дороги доскакал. Так мне неохота ни с кем сражаться, хочу... Форт, в нихера их там, ё-моё. Надо уваливать отсюда. Не пойму, куда мне, блин, у меня вообще никаких звуков нету, блин. Боже, ну какие модификации, чё я всё время мажу так, господи Иисусе. Иди нафиг. Не понимаю, блин, это что со звуками? Где все вроде нормально стоит? Я абсолютно ничего не слышу. У меня нет ничего из звуков. Ладно, окей. Блин, дорога идет через этот дебильный форт. Фелхаммер какой-то, блин. Может, мы сможем там как-то проскочить, чтобы это... Ничего не было. Попробовать. Кто там с кем дерется? Тебе народу. Тебя тут замес, блин. Как тут пробежать, чтобы это... Этих придурков-то подальше. Можно так вот, наверное? Эх. Так, ладно. Адель со мной, а Вилкс меня вообще не волнует. Пошли в жопу. Окей, ну сейчас это потому что драка на всю серию, нафиг надо, Вилкс, думаю, отреспится. Отреспится как раз там, где надо. А вот Адель, если б слезла, она точно не отвалила бы, блин, по-моему, да? Достаточно проскочили, можно сохраниться, конечно. Эч, окей. А, вот эта фигня, я правильно понимаю? Угу. Сейчас лошадей день здесь парканем, конечно. Сохраняемся. Че не могу сохраниться? А, понятно, на лошади был. Так, стеклянный лук я не буду ставить, потому что он у меня вот здесь прям. Так что. Нафига мне надо. Блин, не понимаю. А, ну. Адель, ты где? Где Адель? Ой, ладно, все, надоело, реально. Слишком геморный. Как она меня увидела-то? А нет, не увидела. Это козел. Это агрессивные бараны, жесть. Ой. Целился в одного, попал в барана, как говорится. Бывает. Так, они меня не засекли. Засекли. Твоя смерть принесет мне славу. Так, окей. Смотри, что этого это? Хочешь? Иди в жопу, я хочу, чтобы ты от меня отвалила, идиотка. Отлично. Гора это замечательно. Я заберу твою голову как трофей. Нет, не заберешь ты мою голову как трофей. Трофей. Угу. Блин, ну... боже, начинается это. Деревья идиотские. Где она? Боже, как это заколебывает. Где эта тварь? Как назло, вот никаких перспектив абсолютно, ну надо же, а? Твою дивизию, блин. Где эта мразь? Он убежала, блин, вон она. Это Адель, что ли? Я думал, она здесь мою лошадь лупит. Да хрен тебе, хватит, блин. Нет, не хватит. Нет, только не так. Что-то не понял, что она живая, я же ее пристрелил. Что за фигня-то, блин? Я заберу твою голову как трофей. Да вообще, блин, это... Это кто, господи, медведь, что ли? Да... Столько стрел в жопу засаживаешь. Кто это, господи? Я думал, это Адель, да вроде нет. Так, золото.
сука. Фига она. Мощна. Мощна, мощна вообще, как яйца динозавра, твою мать. Блин, где Адель, а? Когда она так нужна? Так, что я хотел-то? Ну чё, из-за холода опять херня? Грёбаный ещё холод, голод. Вроде всего минус 10 к восстановлению магии и здоровья. Ну, ладно, давайте поедим тогда, вроде не так смертельно. Надеюсь, она опять не рухнет, блин. Блин, я воды забыл набрать. Твою дивизию. Чё ещё так поторопился-то? Господи, это вообще опять... Ой, ладно, ладно. Так, где магия? Так, пусть его здоровье восстанавливается быстрее. Наилучшее зелье запаса сил. Зелье лечения. Где зелье магии? Ну... Так не хватит. Господи, надо магию, ребят, качать. Это невозможно. Мне нужна магия. Ничего не могу сделать. Играя за лучника, мне надо постоянно внимание отвлекать на кого-то. Как я не попал по ней? Вот, целюсь, вот, в голову. Наконец-то попал. Что теперь? Вот теперь попадает. Что к чему? Ну как? Не попадая, как? Тут понятно, но блин, вот я целюсь в голову, как надо? Наконец-то, господи. Давай, десантница. Отлично, упала. Окей, где Адель? Она не сдохла? Что она делает? Куда она делась? Прикольный вообще вроде. Так-то вроде прикольный. Так. Сейчас зачистим. Дрифт-тэш. А мне надо сюда. Дринштейн приют. Как там? Дрифт-шейд. Дрифт-шейд. Так. Интерес запутался, откуда я приехал. Вот отсюда вроде я приехал, да? Так. Этот чувак я... А, это тот самый. Или та самая, хрен поймешь. Так, давайте это. Есть ли тут что-нибудь, но там наверху еще было. Ну, это снежные якозы. И когда я уже научусь варить зелье, которое как бы отвечает за то, чтобы не мерзнуть. Пьешь его и не мерзнешь. Я помню, что такое было. Надеюсь, тут тоже такое есть. Хорошо, давайте все наберем. Ягоды полезные вот эти. Одни из самых полезных. Так, ладно. Наверх забраться. Покажите мне, как наверх забраться. Могу что-то взять? Нет, не могу. Окей. Где вход наверх? Как вам подняться, господа и дамы? А, вот лестница. Спасибо. Что это такое? Кто-то фиолетовой краской намазал камень, я не пойму. Или у меня так отсвечивает. Что-то странно. Где тут ты была? Привет. А, господи, я овцу тут пристрелил. Точно. Еще снежеягодник. Походу. Снежеягодника дофига. Как раз, наверное, для того, чтобы такое зелье варить, которое я не умею. Помидор возьмем. Морковь возьмем. Пойдемте. Ну и кто со мной? Фаркас. А где Адель? Господи, что за А, Вилкас. Слушайте, а может нельзя сюда второго спутника? Ладно, что-нибудь придумаю. Так, окей. Окей. Так, секунду, друзья. Господи Иисусе, чё, помогите? Чё опять случилось? Блин. Кто? Я порежу тебя на кусочки! Как он орёт-то, господи? Кто тут? Чё за красное пятно? Мать твою, чувак, ну ты чё? Дурак, что ли? Уваливай отсюда. Так, это... Я же вспомнил, что у меня в лошади бродюки есть. Как я мог забыть-то?
специально же на всякий случай храню. Так что вот так вот, друзья. Я проверил, кстати, Адель, все нормально. Она появится, если переместиться в этот... Вайтран. Все, пошли в жопу, надоели. Так, окей, ребят. Погнали. Так. Где у меня этот водички попьем? Все. Пить не хотим, есть не хотим, да? Я думаю, по пути согреться не буду играться. Так. Окей, погнали. Итак, мы находимся, значит, в... Как он там забыл? Дрифт Шейд, приют. Погнали. Че, замочить всех из клана руки, я помню, и собрать обломки Утрат. Книжку сегодня читать не будем. Че там мне влом? Не хочу. Хочу повоевать. Бывает. Как мне на этом стоит? Так, окей. Погнали. Ага, кстати, что-то из криков не открыл, не помню, что. Где они открываются-то? Господи, не здесь же. Так. Где? Вот они, так. Элементарная ярость. Наделяет ваши руки скоростью ветра, позволяя быстрее наносить удары оружием. Давайте прокачаем. Хотя он мне не нужен, потому что на зачарованное оружие не действует, но вдруг камни душ кончится, можно и попользоваться, потом будет, пока что оставим. Так. Чувак наготове. Так, погодите, друзья, все-таки это... Я здесь сделаю андронаха. Очкую я! Я же добавил еще, во-первых, врагов, во-вторых, это... Враги теперь сильные будут, по идее. Не знаю, насколько это верно. И в курсах, если честно. Но они теперь должны быть посильнее. И их может быть здесь вот в пещере быть и больше, благодаря моду. Так что будем аккуратно. Сразу, блин, сразу заряжу лук, потом в пылу сражения забуду. Нафиг, где он? Так, заряд большой камень, давайте. Что-то даже большой не можешь наряд нормально зарядить. Ну, отлично. Что-то так жопа ебала. Со своими гнусными заклинаниями. Это сюда! Вилкас не хочет мне помочь? Так вот начинается, Господи Иисусе. Да блин! Господи, вот я уворачивался. Ну, что ж ты будешь делать? Все не слава богу. Сука, она ждала, прикиньте. Вот коза, а. Она ждала, блин. Какая умная тварь попалась. Так, где? Замедление времени. Замедление времени. Попробуй так программу вывести все-таки. Тебе не взять верх. Посмотрим. Я поставил замедление времени. Ты! Отлично. Че не хватит, пошла вон. Нет подходящего камня опять. Че такое? Кто? Это все, что хватит. Из Скайрима! Ты живьем не уйдешь! Напрягись! Че я это там? Я наступил, что ли, в что-то, не пойму, мне что-то жизни отнимать. Блин, а? Да. Неплохо. Так. Всю хрень я брать не буду. Да, ах ты сволочь, а. Остальные стрелы, текст, а вот болты, у меня же этих стрел, господи, я уже запутался, это перчатки кровавого лучника, возьмем они дорогие и легкие, не помню, что я тут что-то наступил, что у меня жизни начали отниматься опять, непонятно, блин, необъяснимо, но факт. Так, что теперь?
Короче, что налево, что направо, что ли? Не понял. Давайте посмотрим, вдруг тут тупик. Что непонятно, может, комнаты просто друг к другу прилегают. Нет. А, тут кто-нибудь есть? Нет. Тебе показалось? Нифига себе. Да как вот Фаркас ее увидел? Мне интересно, кто-нибудь расскажет вообще? Это нормально? Все-таки попробовать свой душ. Вдруг чень пригодится. Люблю. И че, блин, господи. Думаешь, можешь меня взять? Давай, мочить эту... Господи, чего у меня за стрелы-то, мать твою, стали? Я не понял. Почему у меня остальные стоят? Че за... Да, господи Иисусе, что все... Какое-то говно. Да их, дорогой матерый плащик. Пора дохнуть. Окей. Так... Колокольчик берем. Галерион Мистик. Не помню, есть такое, нету, еще не помню. Так, ну все равно возьмем. Тут только вроде испорченные книги, но они нам не нужны, потому что они в костре даже никак не используются, поэтому как бы. Нафига, че, может мы кругом все пройдем? Нет, там, походу, зал какой-то был. Пойдемте тогда в зал сходим. Че, надо еще под ноги не забывать смотреть, блин, чтобы не вляпаться в какое-нибудь говно. Миска, это что, железная? Нет, секунду. Так, погнали, Джек. У нас, по идее, еще усталость, блин, должна быть. Я ж не спал-то уже сутки, наверное. Но пока нету, только холодно, блин. Где тут очаг-то хоть какой-нибудь? Блин, что-то ж было. Ладно, надеюсь, мы как-нибудь согреемся все-таки. Так, давайте проверим, что здесь. А, что, на засов. Понятно тогда, все нормально. Тогда у нас только один проход, слава богу, и мозг не надо пилить всякой ерундистикой. Пойдемте сюда тогда. Железный щит. Все железное, короче, нафиг не нужно. Так. Вот мантию возьму, она весит дофига. Прах вампира тоже возьмем. Он что, вампир был, что ли, я не понял. А они тут еще и с вампирами трутся, что ли? Или как? Или он убил вампира? Они же вроде наоборот против них. А, Фарт, ну-ка, расскажи-ка мне. Вернакус и Бурлор, тоже не помню, есть такое, нет, если чё. Если чё, разберемся. Так, зелье. Обычный камень, да, железный шлем нам нафиг не нужен. Просто испорченные книги, да, так, это тоже испорченное, тут все испорченное. Так, ну окей, вроде тогда нам сюда. Погнали. И опять свет не гаснет. От чего это зависит? У лампы есть свое настроение, то гаснуть, когда я приседаю, то тут нет. Кто-нибудь есть? Нет. Никого нет. Вообще никого нет. Чё-то я не понял. Так, а здесь... Чё-то... А почему... А, все правильно. Да, там же дверь. Эй, осторожней, что ли? Ты дебил, ау, что ли? Кто там? Сюда, дятел меня зажал, блин, идем отсюда. Это надо, судя по ее удару, надо выпить сопротивление к магии во первых раз. Намазать от регенерации 2. Наколдую мандранаха 3. Сделаем лук. Погасим свет. Замедлим время. И будем разглядывать, что происходит, мать твою. Такой волк, до свидания. Где эта тварь? Не вижу. А вот царапина. Это жесть, друзья. Я не вижу, по кому стрелять. Ну, конечно, как обычно, Вилка. Спасибо. Осторожней, сестра. Да жопой не верти, братюнь. Да будет Шор милосерден к тебе! Я ничего не вижу вообще, ни хрена! Смерть ждет тебя! Вот в кого я попал? Подойди! Блин, твою мать, а! Твою мать! Так,
Так, так, так. Че, попробовать этого мертвоглазого? Окей. Смертельный взгляд, естественно, будет на всякий... Да блин, я просто хотел лук взять, не надо мне... Снимай стрела-то. Давай попробуем еще. Да я тебе сейчас устрою конец, сучка драная. Так. Еще микстуру регенерации выпью. Так. Антимагия, конечно, хорошо, но я ни черта не вижу, твари жопы. Дубль 2. Я попал по этой шмаре, но боюсь, что это не та шмара, он та шмара, по которой мне надо... Да, сука, как я умудрил? С этой разобрались. Опять ты тварь идет. Я думал, то фарка сбежит, то вилка сбежит. Ты чё тут? Чудовище! Он охренел, что ли? Ты чё, динозавр? О боже. Класс! Когда она пришла, это чудовище развалилось. Так, я попробую-ка я с оружием на нее напасть. Где? Так, мне надо Балага сюда, Орла на левую. И замедление времени попробую. Где она? Вот она. Сейчас прям, да, сопротивление магии выпьем. Где она? Даже электричество. Фу, блин. Где сопротивление магии огню? Сопротивление магии. Сопротивление огню. Пофиг. Где эта тварь? Это жесть, конечно. Она меня просто с одного удара. Посмотрим сейчас. Пустяк уже нет. Кто эта тварь, а? Чё она такая сильная? Я офигеваю, блин. Просто как блоха по яйцам, отвечаю. Вообще, чё я есть, чё меня нет. Фу, блин, не та дверь, твою мать. Не было сомнений, что я тебя найду. Да дурак не будет помогать или чё? Чё, опять он мне эти стрелы поставил? Ну чё, блядь, надо мной издеваются, что ли? Да нет. Вроде эти, чё они так по-идиотски выглядят? Попал по ней. Хорошо, что скрытность хоть чуть-чуть работает. Чуть-чуть. Она работает совсем чуть-чуть. И почему опять два тела здесь, когда оно должно быть одно? Кто мне расскажет? Тебе не спрятаться. Слава богу, что это не Фаркас. Ну то Фаркас, блин, валяется. Так, ожерелье берем. Блин, что это за блевотная шлюха, а? Реально, слов нету. Чё это за дрянь? Чё, Фаркас, сука, убежал. Дебил вонючий, блин. Кусок говна, блин. Так, ладно. Где проход опять запутался? Так, ладно. Попробую этим всё-таки. Хочу жахнуть мне вот этой фигнёй. Как она называлась? 100 единиц магии отнимает. Может, получше в этот раз. Тебе не спрятаться от меня. Попал. Сюда. Попал. Сопротивление огню где? Где сопротивление огню? Ты! Ну, естественно, я не могу попасть.
Как я попаду, если этот дебил стоит прям перед ней? Так, теперь она электричеством херачит. Где? Где сопротивление электричества есть? Жить какая-то, чё это за мрать? Кошмар какой-то, а? У меня и этот яд, который лишает 100 единиц магии, вообще прям помог. Ты чё за тварь? Кровавый лучник, ламеллярный шлем. Хрен. Фу, господи, придурок. Ты меня напугал. Ну цел? Чё у тебя с жизнью? Они заплатят, слабенько. Они заплатят! Славного денька. Как ни в чем не бывало. А чё такого? Хрень. Да. Прикол. Мы там отогреваться будем, нет? Господи, чё тут за башня, где очень холод? Так тут еще какая-то странная была. Может это из-за мода, кстати, такая сильная она. С двух ударов меня выносила. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Точно кто-то есть. Наверное. Не вижу пока. Но тут какая-то вторая прибегала. Помните, может Фаркас ее завалил? Ладно, давайте попробуем свет включить, сохраниться. Сохранился? Так, сохранился. Отлично. Секунду. Так, окей, погнали дальше. Так, тут одни эти, да? Так, железные, куча сожженных книг. И вот одна какая-то необычный вкус. Тоже не помню, читал я, не читал. Песни Пенали 2 тоже нет. Ну, мы все книги берем, потом я буду проверять. Если есть одинаковые, их продаю, я уже говорил. Так, окей. Шкаф вроде не фурычит. Тоже все сожжет. А, вот еще какая-то органианский доклад, том 4. Господи, я думал, там один том всего, их тут 4 уже нарисовалось. Мать дымок не помню. Берем пофиг, все. Путеводитель по Скайриму есть. Нет? Окей. Карта обновленная, хрен знает. Переписка Карвика и Конинга, тоже какая-то часть вторая. Так, железо запаса сил. Так, окей, сожженные книги. Пойдемте дальше. Пойдемте вниз. Вообще непонятно, так ладно. Одно зелье, кузнеца молота на ковальне, тоже берем. Все берем, все будем читать. Как говорится. Адепт. Ладно, адепт, я думаю, мы как-нибудь откроем. Дай бог, что у меня 500 отмычек, так что. Где я их столько набрал, не знаю, я просто. Зелье лечения наилучшее и слабое зелье лечения. Так это. Просто покупаю, когда у всех кузнецов, которые прохожу, вижу отмычку, сразу покупаю. Вот так покупал, блин, понакупал, блин. Дофигища, блин. Но в кузнице почему-то их делать не могу, по крайней мере, я не нашел. И там точно их нету, я все просмотрел даже на два раза, нету никаких отмычек, блин. Раньше мне казалось, можно их делать, может я ошибаюсь, конечно. Но что-то, по-моему, я не ошибаюсь, это, видимо, какой-то другой мод на кузнецов. Ну, адепт совсем что-то легко открывается. Чувак, или чувиха. О, не говори. Все, еще кто-то есть. Вроде никого. Вроде никого, друзья. Так, ладно, пока плащ душ наколдовал. Пока что плащ, ну, конечно, что-то это... Явно одна ручка мне слаба, потому что я ее не качаю, надо как-то ее все-таки покачать немного. Потому что я себе поставил, что я могу, как вы поняли, брать и... Тихая защита возьмем. Могу брать, короче, без разницы. Одноручное, короче, оружие в две руки, по-моему. Мне кажется, так нельзя было. Я мод себе поставил, поэтому... Не без разницы. Я не пойму, почему, если я могу ходить со щитом и мечом, я не могу ходить с двумя мечами там или мечом и баловой. Чё за бред? Урон у них не такой прям колоссальный. У нас у лука сколько урон?
Ну, у нас 170 с лишним сейчас, просто у нас косяк небольшой. Эти по 43 и 39, блин, господи, меньше лука в два раза. Так что все в порядке. Нам сюда? Да. Нам сюда. Нам надо обломки или обломок? Обломки. Они их поди соединили. Наверное. Раз нам в одну сторону показывают. Либо они их складируют в одной стороне. Я так понимаю, она нас не видит. Ну ладно, давайте. Давайте пользоваться ядом. Я не знаю, чем мы не пользуемся. Это действительно, да? Че это? Слабый яд? Нет. Где сильный яд какой-нибудь? Пагубный яд антимагии. Вот тоже надо запомнить. Поднимает 50 единиц запаса сил, но это слишком жирно. Вот яд, давайте. Просто какой-то яд у нас есть. Надеюсь, я попаду. Я в шоке, друзья, просто. Я просто в шоке. Как я не попал, блин? Просто не понимаю. Боже, лучи. Смерть ждет тебя. Хрен тебе. Ни хрена не ждет меня. Никто. Помогаем. Да. О, господи. Кто-то озвучил. Сука, я не могу. Так, надо хотя бы одну сволочь убить. Тебе придется поднапрячься. Ну, пожалуйста. Победа за тобой. Я сдаюсь. Окей, да нифига. Сдается она, блин. Таким, как ты, здесь нет места. В голову уже стрелял, нет? Проклятие! Проклятие, господи! Ой, ну я звучу. Ложись, блин. Так, отлично. Ну, блин, я не пойму, что у нас с камнями души, друзья? Объясните мне. Великие, пустых вот куча великих, но эти души, видимо, не великие. Крохотных дофига, мелких. Мелких это... Понятно, обычные тоже заполнены все. Понятно, у нас только мелкие, получается, великие. Это обычные, наверное. Ясно, ясно. А я все это переживал. Так, эту броню берем. Она дорогая. Нордский мед. Переезд рыбу возьмем. Так, дальше. Парад, женщина! Станет 5 единиц запасилка. Это вот вода, блин. Ну ладно, не знаю, откуда она взялась. Я вроде не... Рунической пи... Перчатка ткача заклинаний. Давай возьмем. Место вроде есть. Так это не буду брать. А кераса брать я буду легкая? А, это геройские сапоги. Не хочу. Так. Ну, вы понимаете, что я хотел открыть шкаф, да? Вы же понимаете это? Чё я взял-то вообще? Фиганная тарелка. Вот как вот? Мальчиков у меня нет. Полоски кожи возьмем. Так. Нордский мед я брать не буду. Кто-то дышит, что ли, не пойму. Так, окей. Не знаю, так и не понял, дышит тут или не дышит. Короче, будем все для девочки собирать. На всякий случай. Хуже не будет точно. Так, проход, видимо, нужен вниз. Так, золото, обычный камень душ. Мешочек. Рычаг вижу. Так, это что? Тарелки не будем, конечно, брать. Опять одежда для мальчика. Ну, да, что там еще было? Короба какая-то черная. Так. Для мальчика, если нет мальчика, даже если потом будет мальчик, я думаю, мы найдем. Поэтому все равно не буду я собирать одежду для мальчика. Не хочу. Фазан, нет. И яблочки возьмем. Они, по-моему... Так, Фаркас! Хватит толкать меня взад. Ну, взад, понятно. Это шутка была, типа. Так. Хлеб тоже возьму, не знаю. Что-то это захотелось мне. Немного еды соберем. Что у нас что-то я там уже... Маловато. О, мы согреемся вот здесь. Ну-ка, секунду. Стою, уже столько стою, не пойму, блин. Ничего, ничего. Ни хрена не меняется.
Давай еще минуту постоим. Какие-то ужасные у нее руки, вам не кажется? Ну и ладошича. Где второе кольцо-то? Да ладно, не знаю, короче, что за дерьмо, а все, пойдем. Ну, может, согрелась хоть чуть-чуть, не знаю. Не знаю, что за фигня, не пойму. Я достаточно грелся, хватит. Ловушек нет? Нет. Пойдем. Че, переход? Он переход. А? Че за нафиг? Че это тряслось? А че фарка с каким-то красным огнем горит, что не в дупле? Мне кажется. Показалось, что. Как будто по нему что-то ходило. Ощущение, что там что-то ходит. Всякий случай все равно наколдую, вдруг там какой-то великодушный. Ну, в смысле, с великой душой какой-нибудь чума будет. Хрен знает. Так я не пойму, я выключил. Ага. Ну давай! Давай, давай. Кто-то есть. Что за говно было? Кто-то орёт как ненормально. Нет викингов, ой, бонитовый слиток, это хорошо. Чё так орать-то, я не пойму. Господи. Чувак, завязывай. Кричит он тут, блин. Крикун. Так, окей. Заметил, падла вонючая. Заметил, падла, заметил. Так, где? Давай, давай. Он что, меня нашел, что ли? Блин, а почему я-то? Иди в жопу, нифига себе удар, полжизни удар. Ну и дерьмо. Где это? Пощады! Это кто? Это Фаркас? Да нифига это чмо. Чего Фаркас от него убежал? Фаркас, Фаркас, ты дурак что ли? Не мог его добить этого дебила. Опять пердят, как говорится. Блин, опять пандранах попал. Я выставлю твою голову на стене! Странно. Я сдаюсь. Убери, чтоб себя. Ну добей его, Форка. Да господи, сколько ж у тебя жизни-то, ты, подонок. Так, тяжелая фигня. Эй, осторожней что ли? Да я хотел, блин, Фаркасу оружие нормальное дать, но нельзя ему ничего дать. Видите, все, что есть, это учи меня обращаться с двуручком, поэтому ничего я ему не смог дать, к сожалению. Так, ловушка. Вот они и волков тут пытали, да? Ну, тут не волков, оборотней. Вервольф. Человеческое мясо. Ну иди, так вот эта фигня меня прихлопнула, но в этот раз я в первый раз, по-моему. Тьфу, блин, я думал, это люди. Нафиг кожаную броню взял. Так, не буду кожаную броню брать. Железная броня, кожаная, сапоги. Это они их, походу, здесь раздевали, что ли, блин. Так вот, еще эту фигню возьмем. Так, окей. Пить хотим. У меня же вода еще есть, да? Да, надо потом бурдить и запас пополнить. Пойдем дальше. А, блин, я уже сохранился. Господи. Да, неважно, быстрое сохранение тут работает быстро, как бы это банально не звучало, остальной шлем нет. Че тут об одежке-то столько валяется, не пойму. Не видишь меня, что ли?
Что это было? Да, действительно, это было круто, было бы так всегда. Ну, он меня не видит. Это здорово. И он сдох. Первый раз я в миссии завалил кого-то со стелза. Нормально, блин. Окей. Окей, хорошо. Так, кожаная броня. Так, вот мантия серебряной руки обязательно возьмем. Она прям так хорошо стоит и весит приемлемо. Это классно. Так, сильное зелье лечения берем. Так, это же испорчено, да, испорченное. Бочки все косячные. Вот это с первого раза прихлопнул, что не можешь не радовать. Физическая природа вервольфов, не помню, брали мы такой, не брали. Надо потом посмотреть. Пойдемте дальше. Почему так и не согрелись, нифига, нет. Бесит. Ух, ёперный театр. Так. Давайте-ка мертвоглазого попробую наколдовать. Что-то их слишком много. Так. Окей. Плащ душ. Стеклянный лук. Пойдемте. Сохранились. Давайте ядом мазанем еще что-нибудь. Мьёт. Не знаю, вряд ли это на обморожение подействует, но что делать? Что это было? Так, я не готов. Это я вообще не пойму, что такое. Почему эти скелетоны просто стоят? Парка, парка, спасибо. Пора! Покончим! Да олени, блин. Осторожней, сестра! Стараюсь, брат! Где осторожней, отсюда? Осторожней, сестра! Осторожней, сестра! Мы разгромлены! Отступаем! Драугар Варлок какой-то, блин. Так это кто? Ты позор собственного рода! Ни хрена их там, блин! Я, блин, позор. Сколько их тут? Так, ладно. Ну-ка, давайте попробую, ладно. Пока. 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 Гребаный Фаркас, мудак, как усок, блин, не дал мне сделать грязное дело мое. Какой пощады, мочи ты, мразь, блин. Для нордов. Вот именно, что для нордов. Сдохни. Еще кто-то есть? О, да, друзья, смертельный взгляд, это просто... Это супер? Я бы всех убил, еще бы мне Фаркас бы не помешал, блин, сука. Мантию возьму, легкие сапоги Хьяра возьму, пофиг, они уж совсем легкие. А где это чудовище-то? Где это чудовище, которое лорд там что-то куда-то туда? Щит возьму. Не, серьезно, куда он делся-то? Че, я с него ни хрена не сниму, что ли? Это просто призывной какой-то говнюк был. Мы уничтожили клан Серебряной Ноги? Нет, не уничтожили. Горстка пепла нельзя вырвать. Но это призванные эти, походу, были. Это которого я замочил. Так, этот я возьму. Ороч, по-моему, хороший. Босмеров возьмем. Так. Странно. Да вон еще какая-то. Нет, не горстка пепла. Ладно, окей, пойдемте дальше, друзья. Это наверху кто-то. Сбоку что-то. Куда идти-то? Наверх? Да, наверное, наверх. Наверх. Это просто отдельное. Блин, а вдруг я зря это сделал? Господи, лошадь-то за что, я не пойму. Они вообще отбитые извините. Твари. Другого нету. Что это такое вообще? Лошадь-то зачем морить? Что за бред? Не кормили, что ли, ей кого-то?
Не понимаю. Тут вообще какой-то крокодил лежит, блин. Это понятно, наверное, это тоже с мода, скорее всего. Да. Так, окей. Да Фаркас, мать твою, долго ты мне пихать. Чё ты запихали, ты мне тут устроил, блин? Так, пойдемте. Пойдемте дальше. Ловушек нет. Еще один вервольф с рваными штанами. Пыточная, короче. Которой кроме костей вроде ничего нет. Так, окей. Пойдемте вниз. Пойдемте сюда. Посмотрим, что здесь. Так, большое пространство. Давайте смотреть. Кто-нибудь есть? О, вот он ходит. Вот они ходят, да. Так. Окей. Ед. Ладно, попробую это замедлением. Блин, надо было сначала выстрелить. А? Надо было сначала выстрелить. Мать твою, это был маг. Удачный удар! Поведение не вижу. Это все, что фига, умеешь? Это чудо ниндзя, черепашка, блин. Ты кого увидишь? Фига себе. Крепкая сука. Так надо этого валить туда. Блин, еще сливается, смотри, что. Хорошо, она меня не видит. Шла вон. Отлично. Так, уровень нам дали. Хорошо, где эта хрень? Ой, так, где Андронах? Блин, Андронах, блин, все надо покачать, а, блин, все равно навыков ни хрена не хватает. Ладно, гранюсь пофиг, где эта тварь? Ну и где ты? Блин, нашла время голодать, блин. Яблоко, козий сыр. Нет. Чё она такая сильная? Я сдаюсь! Я сдаюсь! Кто сдается-то, я не пойму. Господи, ребят, чё у неё за фигня-то, я не пойму. Чё я ничего с ней сделать не могу? Где этот? Победа за тобой! Я сдаюсь! Вообще не понимаю. У нее жизни еле-еле отнимается. Вообще не отнимается, такое ощущение. Ты не уйдешь. Блин, хоть теми стрелами стреляют. Вообще, да? Хватит! Вот Фаркас просто нет. Плачет, как баба от нее. Скайрим для мордов! Ничего, в голову больше урон? Вроде да. Тебя хрен знает. О! Насладитесь последним. Где безжалостная сила? Просто царапина! Такую надо сбивать, по-моему, только. Чё за крепуша? Чё у неё за одежда? Кольчужная броня. Перчатки кровавого лучника, 5 стрел с золотом, противоядие, треуголка. Морского капитана. Капитан, капитан, улыбнитесь. Чё-то улыбки у вас больше нет. Чё поделать, чё поделать. Беда, печаль, разочарование. Где-то чему? А вот он. Привет! Так, ещё одна накидка. Стеклянный лук, 820. У меня тоже стеклянный? Да. У меня тоже стеклянный. Окей. Серебряный слиток. Чё у вас тут, друзья, товарищ? Микстура кузнеца. Кошелек с деньгами. Лунный сахар с хитиной краба. Возьмем.
все возьмем. Почему я не согреваю здесь? Непонятно вообще абсолютно. Так, что сзади? Сундучок какой-нибудь в этом духе, нет? Че, давайте что-нибудь покачаем. Да, интересно. Давайте чуть-чуть магию покачаю еще. Покачаю, друзья, магию чуть-чуть. Так, у меня два навыка, я так и думал. Давайте посмотрим, что мы можем сбацать на этом тромбоне. Так. Тут что у нас? Больше ничего, что такое? Если вы специализируетесь на каком-либо типе брони, ваши атаки игнорируют 15% рейтинга брони противника, носящий такой же тип. Если вы специализируетесь на каком-то типе оружия, то получаете 10% меньше урона от оружия такого же типа. Ну, блин. Неплохо, но и не то, что прям зашибись особо. Так, что у меня здесь? Дальний выстрел. На 80% больше урона цели расположены дали 80 футов. Давайте, что. Я буду луки докачивать, конечно. Ушко мы взяли. Так, осталось вот с этим разобраться. Нет, тут сотка, да. Да, тут сотка, а тут что? 3 выстрела подряд по цели на расстоянии 25 футов за время менее 2-3 секунд, короче. Между каждым выстрелом наносит дополнительный урон, равный 15% от текущего здоровья цели. Максимум 150 единиц сбивает противника с ног. Это что? Противник на расстоянии до 25 футов будет безоружен, если выстрелит в него во время проведения силовой атаки. Ну, как я не хочу это говно брать, я не буду его брать, наверное. Ничего здесь-то осталось прокачать. Да, встань наверх. Это что за аппендикс? В бою после выстрела из лука или арбалета с максимальным натяжением тетивы в течение 10 секунд скорость атаки луками и арбалетом увеличивается на 8%, эффект суммируется. В бою после выстрела из лука с максимальным натяжением тетивы в течение... Я должен тетиву 10 секунд держать, я не могу понять. Это что? Так, на полной скорости я точно передвигаться не буду. Это что? Это дух волка призывает. А как он? Это способность? Схватки только с одним противником, вооруженным луком или арбалетом. Удар по цели призывает дух волка на 30 секунд. Волк наносит урон равный 15% от вашего текущего запаса сил. Время перезарядки 30 секунд. Ну и со стрелами я не понял. Я так и не нашел, что с ними делать. Окей. Давайте убойная троица. 3 выстрела подряд. Сейчас попробуем. Еще раз. 3 выстрела подряд по цели на расстоянии 25 футов за время менее 2,75 секунды. Между каждым выстрелом наносит дополнительный урон, равный 15% от текущего здоровья цели. Максимум 150 единиц сбивает противника с ног. Короче, мне надо лупить 3 раза под ненормальные отбитые шлюхи. И дыщ, пока они не сдохнут. Так, куда идти надо? Сюда. Так. Извините за грубое сравнение, просто... Не знаю, чуть не подумал, ляпнул. И ничего страшного. Так. Ничего нет. Ничего нет. Так, а что у меня там за вторая метка? Нахрен она мне нужна? Уберите ее срочно, она вообще не в тему. Срочно уберите ее. Дальше. Так, окей. Еще выше. Господи, что-то все выше и выше. Еще наилучшее зелье лечения. Значит, сейчас что-то будет. Блин, я зря, наверное, смертельный выстрел использовал. Ну, хрен знает. Надеюсь, что мы справимся. Может, тут и не будет никого? А, размечтался, блин. Теперь-то я попаду. Отлично попал. Да, мать твою, а теперь хреново попал. Блин, наверное, еще это... Они еще, сука, и... Ну... Короче, прятаться еще, сука, умеют. И прикиньте, да? Какие наглые. Так, ладно, давайте. Яд обморожения. Че за собака, где? Страшно умирать. Где? Токсина, блин. Это нехило. Нехило здоровое. Слава. Блин, мать твою, дебильный. Я убил этого мертвоглазого ублюдка. Чуть не под стрелу попался. Так, это что за...
Ладно, давайте мочить этого. О, отлично. Это что за ублюдок? Это пустяк. Постепенная броня, что ли, не понял? Походу, да, такое ощущение. Блин, какой крепкий, а. Крепок просто до невозможности. Чего шлепнулся, как кусок говна? Это. Вот эта фигня, прикиньте. Господи! Как круто! Ну блин, Фаркас! Пожалуйста! Блин, какая полезная хрень, ребят! Осторожней, да уйди, упырок! О боже! Господи, я ничего смешнее уже не видел, по-моему, скорее никого не увижу, но это же ужас. Как забавно. Что не падает? Давай, давай. Блин, теперь не падает. Это еще что за фигня? Блин, теперь не получается. Это было так смешно. Удачный удар. Я порежу. Блин, он не падает. И что ли надо это? Блин, кстати, может это великая душа, ребят. Давайте сделаем, мало ли. Потому что крепкий парень-то. Может он великодушный у нас будет. Смотри, его шатает, понятно. Он падает, только если его не видно. Блин. Стрел-то у меня мало уже. Да, да. Чё Фаркас покупал смешно? Он эта тварь по мне стреляет, прикинь. Нет. Падай. О, теперь он улетел, видели, да? Выше головы не прыгай. Я согласен, поэтому ты сейчас сдохнешь. Победа за тобой. Я сдаюсь. Да господи. Нет. Мне с тобой не справиться. Падай. Нет. Падай. Да падай! Господи, падай! Наконец-то, мать твою! Сколько уже стрел потратил? Такое ощущение, что 50, блин. Да что такое? Сдохни! Сука. Пошла вон, псина. Это упор не устреляю. Подожди, там какое-то расстояние надо, да? Блин, забыл, друзья. Точно, это расстояние надо. 25 футов. Блин, понятно. Этого хочешь, а? Ты заплатишь! Я думаю, что не так? 25 футов, понятно, в чем дело. Посмотрим, что ты можешь! Ай, блин, все, я понял, почему он не это. Я тупой. Броня из вон... Вандерфельского стекла. Ни хрена я такой в жизни не видел. Я забираю. А это... Нету, что ли? Я имею в виду, там сапоги... Перчаток нет, что ли? Перчатки... А, вот перчатки вижу. Перчатки из вандерфельского, шлем из вандерфельского, а где броня? Странно, где-то, да. По ножи! А по ножи у него, блин. Легкий, редгардский. Ну ты бомжара, ты не мог всю броню собрать? Дайте мне, пожалуйста, по ножи. Из вандерфельского стекла. Капюшон возьму, может здесь лежат, а? Неа. Только лук и бонитовый. Блин, он, по-моему, бонитовый лучше моего. Нет, я его однозначно беру, только вся проблема в том, что у меня места нет. Секунду. Пока что вот так вот, тоже по 300 рубликов выкинул предметы, блин. Так, я все собрал, да? А, ну с волка понятно, он призывной был, с него и толку нифига. Так, слушай, я могу, по-моему, улучшить лук ибонитовый? Не можете использовать. Да нет никакого боя, хоть мне мозг пилить. Какой бой-то? Нет никого, блин. Уже музыка даже не играет. Чё за бред? А, ну погоди, чё такое?
Обломки утрат. Так, о, отлично, мы все взяли. Это что такое? Так, не с утренней звезды, там первый не помню. Это что такое? Хитин грязевого краба возьмем. Так, я так понимаю, это все что ли? Воин. Берем. Во, во, нам воин был нужен. На слава к падению не помню. Воин нам был нужен, чтобы прочитать короля. Олаф и дракон тоже не помню. Не помню. Головной убор торговца. Я согреюсь, нет, когда-нибудь? Мать твою. Чё за... Нафиг, объясните мне. Вот. Я могу здесь согреться, нет? Нагреется? Женщина, ты будешь греться? Женщина греться не хочет, так что пойдемте. Так, окей. А, ну мы вышли. А где? Мы уничтожили клан Серебряной Руки. А, все, уничтожили. Уничтожили, друзья. Замечательно. Ну все тогда. Так, ничего не пропустил. Да нет, вроде. Прикольная броня, кстати, она. Ну, у нас же сколько? Наша 145. Но если эту сделать, то опять же непонятно, что на нее надо-то вообще. Чтобы сделать, какой слиток, хрен его знает. Может, мы его хрен знает, когда еще найдем, блин. Правильно? Да. Или нет? Все, господи, правильно я иду. Окей, все замечательно. Все замечательно. Уваливаем отсюда нафиг. Все, погнали, Джек. Так, друзья, кто-то напал, а кто опять, что ли, волк этот, что-то музыка орёт. Серьезно, волк, что ли, или что, не пойму, кто, что за нафиг? Нет, бандит какие-то напали нас. Прикиньте, вообще офигеть не встать. Таких убивали. Ага. Блин, ну ягоды тут просто рассадник, блин, надо их набрать, вдруг пригодятся еще что-нибудь. Так. Окей. Андранахч. Лук. Где вы, черти вонючие? Блин, сука. Стой на месте, мразота. О, видите, теперь работа, теперь шлёпнулся этот кусок какашки. Прикольно. Нужно вечно его так лупить. Прикиньте, вообще офигенно. Просто офигенно, блин. Ей-богу, круто. Так, стрелы забираем, отмычку. Чё-то я не понял, что я такого взял-то? Что у меня вообще вес стал 510? Не понял. Что за фигня? Какой-то так, это ворочь. Так, этот выкинем, значит. Блин. Блин, чё б выкинуть-то? Давай, блин, стеклянный лук жалко, надо по стоимости что-нибудь выкидывать. Чё не жалко? Чё это такое вообще? Откуда он у меня взялся? Чё это за говно было? Чё за железный меч утомления? А это я у этой забрал. У Адель. Я порежу тебя на кусочки! Просто царапина. Да, сука, стой на месте. Просто стой на месте, мразота. Удачный удар. Отлично, она упала. Господи, это вообще настолько полезная фигня, что просто невозможно. Можно вечно бить, и она будет вечно падать. Это вообще суперспособность. Особенно для лучника. Так вот у меня стрелы эльфийские заканчиваются. Все, тварь. Упала нах. Так вот.
Такое искушение было, господи. Хрен с ним, что это, кирка. Так, ладно. В принципе, да ладно, не хочу. Ну, в принципе, да, я могу его взять, у меня же лошадь есть теперь. Где моя лошадь? Давай. Посмотрим. Кушай. Можешь. Еще кто-то? Где? А где ты? Это он? Это ты? Ой, кого я убил? Это волк, что ли? Нафиг ты мне упал, чувак. Я думал, ты чувак, а ты не чувак. Окей. Что у меня со стрелами? Было 600, осталось 300. Просто жесть. Надо срочно везде скупать этот малахитовый слиток и стряпать стрелы, как ненормальному идиоту. Так. Окей. Где Данстарт? Вот он, Данстар. И я погнал в Данстар. Надеюсь, что это будет проще. Поехали в Данстар, друзья. Прокатимся по светлой зимней погодке. Посмотрим, что тут у нас. Я вырву твое сердце! А. Господи, Вилкас. Отвали, а. Не будь идиотом. Ты реально бесишь. Реально орешь, как ненормальный постоянно. Что такое? Господи, что это взорвалось? О, овца какая-то. Какая-то овца, да? Это кто такие, блин? Вы кто такие? О, боже мой. Смотри. Иди в жопу. Что происходит? Господи, блин, сука, он меня сейчас грохнет. Беги! Беги! Твою мать. Блин, нифига меня запилили. Окей, просто пробежим мимо. Просто эта драка затянется. Хрен с ним. Чересчур это много. Ни хрена себе! Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Ты смеешь прятаться? И чё, можно как-то этот? Боже мой. Да, до Данстара так просто не доедешь. Так, а он нет. Да, чё такое? Мать твою, давайте попробуем еще раз. Знаю, поедем через верх, хоть как-нибудь поедем. Но жесть, она меня с одного удара рубанула просто. Это маги вообще, это что-то. Адель? Точняк, Адель. Адель со мной. Давайте уже. Не, ну не хочу с ними сражаться. Я хочу, но это надолго уже, конец серии, там человек 6 их. Чё это? А, нет. Пойдемте в Йорваскар, завершим уже кампанию с Йорваскаром. Мы будем счастливы. Здесь мы еще набродимся, когда в Данстаре будем. Да. Так что вот так вот тут. В Данстаре вообще ни разу не было. Вообще без понятия, что за город. У меня будет теперь лошадь найти. Я, по-моему, откуда-то отсюда приезжал, мне кажется. Ну, в смысле, к тому, что на лошади где-то здесь извозчик был. Хрен знает, потому что нет. Не с этой стороны приезжал. Где извозчик-то? Не понимаю. Так, секунду, друзья. Кузницу. Так, ладно, сейчас это. Выспимся все-таки. И пойдем. Мама, ты вернулась! Смотри, что мне попалось. Вот, возьми. Обычный камень душ, спасибо. Я прямо за тобой. Угу. Спасибо, я в курсе. Приветствую, мой покровитель. Ага, привет. Тебе требуется мой клинок. Здорово. Для меня честь снова видеть тебя. Да, да, я тоже хочу чая, кончаю. Выспимся, у меня еще дела в Йорваскаре. Так, воды не забыть, главное, друзья, не забыть набрать воды.
Так, окей. Так, давайте пить есть. Так, еда, еда. Крабовые ноги уже, их надо выбросить. Хрен приготовишь, суп из моллюсков. Не знаю. А? Что было? Тревожить мой покой! Зачем? Оставь меня в покое! Чё за нахер? Если придется, я тебя убью! Никогда! Я что-то не пойму, у тебя что с мозгами? Ты дура, блин. Слушай, может, не надо было по ней стрелять? Что ты делаешь? Охренел, что ли? Заперлись... Тебе не взять вверх! Заперлись ко мне в комнату, вы что, идиоты отбитые? Меня сгореть! Это что за фигня-то, вы охренели, что ли? Мне надо выкрыть отсюда каким-то образом. Хрен, я не могу выйти, сука! Блин, ну и блевотина. Что это за говно, а, друзья? Сука. Хорошо, что он упал, блин. Не мертвоглазый, хоть он мне поможет. Да я вообще в шоке. Теперь ты попал. Ну быстрее! Быстрее! Блин, тупая! Вообще не вовремя тормозишь. Не вижу ни черта. Помогай. Адель еще тут летает ненормально. Тут одна готова. Тварь сдохла. Это кто? Все, все живы? Все живы? Ого! 640 норских этих. Ну, вы поняли. Да, 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 я в курсе. Так что, все? Все продам. У меня тут бригада, господи. Вы что, шутите, привет, что ли? Твой мой покровитель. Тебе требуется мой клинок. Честь тебе, там. Я прямо так за тобой. Господи. Да, смотрите, она два меча взяла, два мерзких, молодец. Ты нормально, Люська? Пока, мам. Мне здесь нравится. У тебя... Да, у меня для тебя подарок. Яблочко да красное платье девочки. Вот. Спасибо. Не за что. Где Литка? Тебе она живая? Тебе что-нибудь нужно, мама? Литка живая, Джанесса живая, Адель живая. Ну это я в шоке вообще. Джанесса, молодец. Осторожно, не сожги ничего нужного. Ладно, не бухти по мелочам, женщина. Я тебя прикрою. Я в курсе. Я в курсе, так. Что ты меня прикрою? Так, нифига, что-то. Боги улыбаются тебе, друг. Боги-то вообще лупятся, все шары не знают, что делать. Так, давай. А-а-а, еще могу было. Святой абонитовый слиток, 153. Так. Эпический. Безупречный. А. Стеклянный 173. Стеклянно получается сильнее, да? Компонентов не хватает. Так, окей. Ну, значит, булаву малогабала еще. Ну, это все продам. Так, окей. Пойдемте, друзья, быстро распродадим. Адель долго переть, интересно, будет? Ладно. Думаю, потом станет лучше. Когда-нибудь. Что такое-то? Не тупи, похрусти. Посмотри, что у меня есть. Да-да-да-да. Наверняка ты найдешь что. Привет. Лук и стрелы для умелого охотника. Так, это не то, так. По весу продавать будем. Нордская секира забирай. Это я себе оставлю. Это косарь 111, офигеть. Да, косарь 111, блин. Понятно. Так, это что, стальная? Откуда она у меня взялась? Так, это что такое? Так, раз, лучник у меня есть уже, кольчужный, давайте продадим. Так, что ты можешь мне продать? Блин, в принципе, тогда не нужен нам, конечно, этот. Ну-ка, есть у него стрелы, я все-таки куплю, наверное. Это мои вот эти? Я какими пользуюсь? Я пользуюсь эльфийскими.
Так, эльфийские. Если у тебя эльфийские стрелы, у него только стеклянные. Это стеклянные стрелы? 300 штук. Сколько они мне обойдутся? 5000? Нет! Thank you very much, go to нахрен. Приятно иметь с тобой дело. То есть какой-то нечёвый, блядь. Хотя, в принципе, я мог позволить себе купить соточку где-то. Заходи в лавку Белитора на рынке. Да прусь я в лавку Белитора, что, не видно, что ли? Привет, медведь. Посмотри, что у меня есть. Ника, ты найдешь то, что ищешь. Да, найду. Все. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Да, для тебя-то да. Так. Блин. Да нет, ну... Так, ладно, давай что-нибудь отсюда продадим. Мантия белой руки продадим. Так, ладно, не так много. Что у тебя тут есть? Что у тебя тут есть? Ипонитовый слиток возьму, великий камень душ. Великий камень душ. Да, не так много, ладно. Что еще могу тебе продать? Кирас кровавого лучника. Кирасу босмеров продадим. Так, чародея капюшон продам, так и быть. Что у тебя зелья какие-то есть? Есть ли у тебя какие-нибудь зелья? Зелья лечения. Вот так я и продаюсь, блин, хоть как-то пытаюсь. Чего-то спихнуть. Вот легкие сапоги. Так, это нельзя продавать. Так, окей. Заходи. Белитор тоже что-то не очень... Не очень меня нравил. Вот вроде нифига не набрал, но все вещи дорогие, блин. Часто приходится бывать в облачном районе. О, шух. Что я такое несу, конечно же. Ибо люблю вас. Господи. Поистину любовь. Любовь. Погнали наверх, да, а сейчас поди никак, да, сейчас поди, они все меня ждут, скорее всего, да, или нет. Нет, смотри, я могу к этому подняться, что-то он от меня хочет. Кто начнет? А, фига. Давайте я. Подождите. Погодите, надо это, морду оголить, что я как лохобоище. Где? О боже, где маска, а? Вот она, последняя. Перед древним пламенем. Мы печалимся. Перед лицом потери. Мы скорбим. О павших. Мы плачем. Мы плачем. Эта дура греется, блин, я в шоке вообще. А для нас... Настал момент прощания. Эльф этот вонючий жив, он слева стоит, который все на меня бузил. Можно руки не греть, а? Его дух отошел. Обломки в Утрат все еще у тебя? Мне нужно подготовить их к перековке. Да. Осторожней с ними. Мы ведь не хотим, чтобы они еще сильнее поломались, правда? Разумеется, да. Я хочу попросить тебя о небольшой услуге. Ну, ясен пень, конечно. Есть еще один осколок, который Кодлок всегда держал при себе. Ты можешь пойти в покой старика и принести его мне. Я не достоин того, чтобы копаться в его вещах. Да. Благодарю. Я буду здесь. Так, секунду, друзья. Окей, погнали, чё. В покой Кодлока. Берем последний осколок в утро. Слава богу, господи, все. Ты выспалась после той травы, походу, которую ты курила? Я не пойму, как можно так
Впереди человек, что он дергает ногами в воздухе и летает по комнате. Может, меня глючило? Может, это я гоню? Ну, явно были какие-то непонятные вещества, что меня так перло. Так, куда? Прям в покое к нему надо, да? Кстати. А, нет, еще не могу. По идее, мне сейчас можно, должно быть все. Тут обломок Вутерот и дневник Кодлока. Заберем. Давайте вот этот. А че все разошлись-то? Не надо ждать, пока все... До твоего появления я была самой младшей из соратников. Ну, теперь я самая младшая. И чего? Это плохо? А, привет тебе. Ага, здорово. Я вчера убила медведя. А как твои успехи? А я перебила весь клан Серебряной Руки. Ну, думаю, твой медведь намного сильнее, чем мои заботы. Чё за косяки вот это, а? Не понимаю. Чё за нафиг? Я на какие-то косяки, блин. Это огонь, что ли? Ладно. Йорланд. Ты снова здесь. Ты ж меня сам отправил, придурок. У меня обломок, принадлежавший Кодлоку. Благодарю. Твои братья по оружию удалились в нижнюю кузницу. Думаю, они ждут тебя. Я до Эливерча жопой промчалась ниже. Тьфу, ниже. Мимо. Так, давайте, короче. Господи. Прочитаем дневник Кодлока. Во сне я видел череду предвестников, и во главе них стоял Изграмор. Каждый сходил с авангард, пока не пришла очередь Терфига, который впервые обратил на нас путь зверя. Он пытается войти с авангард, но прежде чем он доходит до Цуна, на него кладется огромный волк и кидается огромный волк и утаскивает его в охотничье угодье. Дихерсин, смеясь, приветственно протягивает ему руки. Блин, ну какой же ужасный шрифт, просто невозможно. На лице Терфига видна досада, но также и готовность присоединиться к Киртину, после того, как всю жизнь он провел зверем у него на службе. Затем я вижу, как каждый новый предвестник отказывает от Совангарда и вступает в охотничье угодье по собственной воле. Когда очередь доходит до меня, я вижу, что из-за тумана на горизонте зовет меня Великий Цун. Похоже, у меня есть выбор. А затем подле меня возникает некто, кого я не видел прежде. Я смотрю в ее глаза, и затем, обернувшись, мы видим того самого волка, что утащил Терфига, и вместе достаем оружие. Я знаю, что это лишь сон, но сон столь незаурядный, что побуждает меня взяться за перо, а значит, в нем есть что-то важное. Ну, я помню, ладно. Ну, относительно помню. Я поговорил с Кругом, но умолчал о незнакомой фигуре из сна. Не то Скьер стал бы волноваться, что я перестану с ним советоваться. Возникший разброд мнений меня не удивил. Скьер и Эйла верны путям зверя. И даже предполагают, что в загробной жизни выберут именно охотничье угодье, если впрямь будет выбор. Ой, господи, сейчас. Более других, похоже, заволновался Вилкас. В битве этот малый свиреп, как саблезуб. На огонь его сердца порой горит слишком ярко. Он почувствовал себя обманутым. Я не осуждаю его. Фаркас не знал, что и думать, но я уверен, что в итоге он поддержит меня и своего брата. Он всегда так делает. Я не знаю, что делать со Скьером и Эйлой. Я знаю об их уважении к соратникам и ко мне. В частности. Однако они чаще слушаются зова крови, чем остальные из нас. Удача нам улыбается. Вчера Вилкас говорил мне, как трудно ему было отказаться от трансформации. Близнецы и я решили больше не поддаваться зову звериной крови, пока не найдем путь к излечению. Как по мне, так у меня в голове прояснилось, однако Вилкас, похоже, не очень хорошо это переносит. Зато Фаркас чувствует себя прекрасно. Этот парень продолжает удивлять меня своей стойкостью. В то время как Вилкас мне жаловался сквозь тени Васкра, я увидел, как пришел кто-то новый и пожелал присоединиться к нам. И я увидел, что это она, та незнакомая фигура из моего сна, что поможет мне в схватке со зверем. Вилкас заговорил обиняками, чтобы не посвящать посторонних в наши проблемы. А мне приходилось быть вдвойне осмотрительным, чтобы не выдавать наших тайн новичку и в то же время не раскрывать подробности моего сна Вилкасу. Не представляя, как политикам удается каждый день проявлять такую изворотливость. Так или иначе, я отправил Вилкаса испытать новичка. Посмотрим, действительно ли она тут великий боец, что мне привиделся. Новичок, похоже, не робкого десятка, имя ее Алиса. Ее отвага уже произвела впечатление на некоторых из круга. Я же пока пытаюсь решить, насколько она соответствует образу из моего сна.
Посмотрим, как будет складываться ее судьба, прежде чем я посвящу ее в свою тайну. Меж тем я ищу способ очистить свою кровь, что устные, что письменные свидетельства, посвященные этому, скудны и противоречивы. Мне бы не хотелось вовлекать в это колдунов, однако боюсь, лишь они знают, где найти нужные мне сведения. Теперь мне уже очевидна ошибка Терфига, решившего нас изменить. Магия и все, что с ней связано, противоречат духу соратников. Мы решаем наши задачи напрямую и не нуждаемся в подобных уловках. Мне остается лишь надеяться, что я успею вернуть нас на истинный путь из Грамора, прежде чем сгнию в могиле. Алиса продолжает меня удивлять. Не знаю, какую сторону займет она в отношении крови, но пока что этот вопрос не поднимали. Алиса знает, что у нас течет кровь зверя и проявляет некое любопытство. Скоро я смогу посвятить ее в наши проблемы, надеясь узнать, какую роль она себе выберет. Удивительно, как Эйла надеется сохранить секрет посреди этой пьяной толпы. Особенно сейчас, когда мы потеряли Скьёра, сердце обливается кровью. Эмоции на пределе, и уследить за собой все сложнее. По-видимому, она и Алиса начали собственную войну против Серебряной Руки в отместку за смерть Скьёра. Их сердца полны благородства, но тропа мщения немилосердная. И я опасаюсь ответного удара, что может последовать, если они не научатся сдерживать свою ярость. Алиса, впрочем, держится доблестно, даже в эти мрачные дни. Нам не так часто случалось беседовать, и я глубоко сожалею об этом. Полагаю, что ее ждет великая судьба, и теперь я понимаю, что ее появление в моем сне действительно говорит о том, что она и есть тот предвестник, что станет моим преемником. Я видел не так много снов за свою жизнь, но научился верить тем, что приходили ко мне. Я умею доверять голосу своего сердца, и оно говорит мне, что Алиса сможет нести идеи соратников не хуже любого обитателя Йорваскара. Господи, как много. Особенно теперь, когда мы потеряли Скьёра. Эйла одиночка по духу, Вилка слишком пыла, Кафарка слишком добродушен. Лишь Алиса с воинской стойкостью сможет сохранять трезвый разум среди пылающих сердец. Однако пока я не стану посвящать ее в это, слишком тяжела ноша. Надеюсь, что в грядущие годы она и я сможем совещаться друг с другом, и я сумею вознаградить ее мудростью предвестников. Все в свое время. Для начала мне нужно разобраться с гленморильскими ведьмами, и тут понадобится ее помощь. Похоже, наш путь к излечению лежит в возмездии. Тех, кто нас обманул и проклял. Должна почистить... Господи, еще раз, друзья. Похоже, наш путь к излечению лежит в возмездии. Тех, кто нас обманул и проклял, должна постичь расплата. Кто нас обманул и проклял, должна постичь расплата. Так, давайте еще вовнутрь зайдем. Окей, давайте зайдем вовнутрь. Старика, было одно предсмертное желание. Оно не исполнилось. Вот и все. Лунная кровь не такое уж и проклятие, чтобы ты не думал, Вилкас. Для тебя это не важно. Но он хотел очиститься. Он хотел встретиться с Изграмором и познать величие Совнгарда. Но этому не суждено было сбыться. Из-за него уже отомстили. Кодлок не стремился к мести. Нет, Фаркас, не исполнилось. И сейчас не время об этом говорить. Мы должны воздать почести Кодлоку, чтобы мы не думали о крови. Это где мой верно. Скорпион, блин, на лице? Он хотел этого, и он это заслужил. Кодлок часто говорил, что хочет очистить душу даже в смерти. Ты знаешь легенды о могиле из Грамора? Там души предвестников внимают зову Северной Стали. В гробницу не войти без вутрат, а она разломана на куски 1000 лет назад. А драконы были всего лишь легендой, а эльфы когда-то правили Скайримом. Если мир таков, каков он есть, это не значит, что он останется таким навсегда. Секира — оружие, инструмент. Инструменты ломаются, и их чинят. Это... клинок восстановлен. Наша сестра по оружию впервые в истории собрала все обломки. Пламя героя может вновь сковать то, что сломано. Костер Кодлока станет пламенем возрождения в Утрат. И тут нам снова понадобишься ты. Возвращение обломков — твоя заслуга. Значит, тебе и выходить с Утрат на битву. Остальные готовьтесь отправиться к могиле из Грамора ради Кодлока. Короче, друзья, не знаю. При перестановке Скайрима у меня пропала татуировка. Ладно, когда найдем... Ой, забыл. Скульптор Алис, по-моему. Я все еще здесь. Я все еще здесь. Приделаем. Так, чё, куда они помчались? Последний долг. Соратники считают, что есть способ очистить душу Кодлока от скверной звери.
Мы отправляемся к древней гробнице из Грамора для совершения обряда. Окей. Ну вот такая серия, дорогие друзья. Блин, я даже не знаю. Может через консоль сделать, а? А, как думаете? А, я сейчас не сделаю. В этой же фигне идиотской это... Не переключается ничего, надо язык переключать. Да, вот это одна из проблем Скайрима, что это... Даже в новом Скайриме, блин, почему не сделали, что можно... Язык, блин, переключать, абсолютно непонятно, блин. Да, но мне придется тут задержаться, хочу полностью распродаться, поэтому... Не хочешь податься в наемники? Типа потусуюсь тут дня три, короче, друзья, и... Короче, подожду, пока деньги у всех появятся, все продам. В принципе, у нас личико и так нормальное, конечно. Но, блин, просто странно, что была татуировка со Скорпионом, она пропала, блин. Обидно. Ну ладно, дорогие друзья, вам всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и до скорых встреч.